Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Lasana 1 от производителя Apple. Это коллекция потолочных люстр. Они предлагаются на разное количество таких источников. Соответственно, мощность у них тоже будет разной. Еще в коллекции предлагается настольная лампа. Это у меня модель с 4 источниками света. 3 из них будут поворотными, их можно так поворачивать, тем самым изменяя форму изделия. Металл здесь в цвете хром, это зеркальная поверхность. LED-модули прикрыты матовым акрилом. LED-модули – это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. В данном случае он будет в виде LED-ленты, которая размещена по всей длине каждого этого элемента. Потребляет люстра в целом 24 Вт, выдает 210 Вт. Компания Apple предоставляет гарантию на свои LED-модули 5 лет, поэтому в течение этого срока вы можете обратиться к нам, как к продавцу, для замены данного модуля в случае, если он выйдет из строя. Включенная она выглядит вот так. Цвет свечения теплый, в кельвинах это 3000. Хорошо, ярко она освещает. Такая модель подойдет для помещения любого типа и назначения. Площадь комнаты может быть 10-12 квадратных метров. От потолка отступает она всего лишь на 9,5 сантиметров. То есть она довольно компактная. Крепится люстра с помощью монтажной планки. Вот она. Размер этого монтажного основания 15 сантиметров на 15. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.